Важные новости в сфере международной экономической политики. Сегодня стало известно, российский Минфин получил от американского правительства официальный отказ предоставить гарантии по финансовым обязательствам Украины. Очевидно, полагают в Москве, западные партнеры понимают, Киев стоит на грани банкротства и поэтому никаких обязательств брать на себя не хотят. Ранее Международный валютный фонд признал долг Украины перед Россией не коммерческим, а суверенным. Это значит, Киев обязан выплатить всю сумму без каких-либо скидок. Москва предложила компромисс, растянуть погашение кредита на 3 года, но при обязательном условии. Запад гарантирует возврат украинского долга, но, как вы только что слышали, Вашингтон в таких гарантиях отказал. Сегодня российский Минфин заявил, если Украина не выплатит 3 миллиарда долларов до 20 декабря этого года, Москва подаст в суд. Для Киева это будет означать дефолт и реальную угрозу не получить очередной транш от МВФ.